Так, ребята, всем привет. Открываю посылочку из Китая. Здесь находится айфончик 5C, беленький, на 8 гигабайт. Ехал он полтора месяца, это очень долго. Но сейчас мы посмотрим, какой он тут приехал. Как всегда, упакованный в пупырку, куча всяких упаковочных материалов. Так, смотрим. Так, телефончик сразу достаем. Вот он приходит вот в такой вот упаковке. И как ее вынять? Раз, два. Снимаем. Так, пока у нас телефончик грузится, смотрим комплектацию. Зарядное устройство, наушники, кабель, мануалы. Мануалы, скрепочка. Так, iPhone разряженный, no SIM пишет. Слайд. Ну, экранчик вроде рабочий. No SIM card installed. Батарея разряжена 10%. Камера. Камера есть. Камера есть. Ну, претензий к камере айфона у меня нету и никогда не было. Ой. Так. Хочу пхоту. Фокусировка. Ну. And. Что-то грузит. Чё, вырубился? Наверное. А, понятно. Подключите зарядное устройство. Ну, на этот случай я припас. Припас зарядное устройство, которое надо подключить. Тут еще пленочка. И сюда мы подключаем Powerbank. Powerbank. Зарядка пошла, значит, он рабочий. Включаем снова наш яблокофон. Неплохой телефончик. Обычный, оригинальный, беленький, на 8 гигабайт. Made in California. Сделан в Калифорнии. О, что-то завибрировал. В прошлый раз не вибрировал. Так, пленочка. А пленочка где-то должна быть. Я ее, наверное. Да, я уже привык, что ее вкладывают отдельно. Вот и пленочка есть на него. Дают отдельно пленку. Так, ну. Слайд камера. Ну, камера работает. Я уже проверял. Камера. Фото. Короче, тут освещение, конечно, чуть-чуть хромает. Вообще идеально. Там можно увидеть, но даже через... Ой.
Короче, это он переворачивается сейчас. Мы выходим. Что нам нужно еще здесь? Мюзик. Мюзики, конечно, здесь нету. Плейлист. Classical Music. Давайте, знаете, что я сделаю? Подключусь к Wi-Fi. Wi-Fi. Я уже забыл, как оно переходит. Вот так, Settings. Кстати, нужно включить русский язык. Bluetooth. Где тут это? Wi-Fi. Включить. Быстро так находит вообще так. Очень яркий. Сейчас сделаю потемнее. Сейчас подключится, и я темнее сделаю. Все подключилось. Подсветка. Так, ну це вже занадто. Вот, я думаю, так вам видно. Что я хотел? Я хотел проверить музыку. В принципе, меня не особо что-то интересует в этом телефоне, потому что я уверен, что ну, он работает 100%. Так. Еще надо его русифицировать полностью, потому что в прошлом айфончике он, короче, на китайском весь был. Ну, все это. Так, добавить. Где тут можно посмотреть? Яндекс Музыка. По-моему, даже русского нету. Музик. Ой. Или так пишется, как там Music пишется. Нет, не так. Не так, ну ладно. Music YouTube. Включаем первую Тимати. Ленинград. Давайте Ленинград. ЗОЖ. Режим без звука. Тут не хочет работать. Динамик громкий. Пауза. Ладно, короче, тут все нормально работает, ребята. Apple Watch уже приложение есть. И да, для того, чтобы понимать, какая здесь установлена iOS система. Где тут она находится? Наверное, вот тут. Не, не тут. Я вообще не пользователь Apple, потому очень долго ищу функции. Safari. Как будут по-английски настройки? Вот notification, наверное. Empty нет. Manuality, soft by time. Ой, даже вот не могу найти control center. Нет. General, Siri, about, наверное. А, да, вот about. Version 8.4. Здесь установлен iOS 8.4. Ну, в общем, неважно. Я вам так говорю. Name Pchone. Video что-то 2. Pchoto 1. Свободно. 4,6 гигабайта. Понятно, 4,6. В общем, вот такая вот штука у нас. Все, ребята, всех, кого заинтересовал такой телефончик, вы обращайтесь. Есть в наличии. Всем спасибо, пока.